А вот нардеп Андрей Артеменко эту информацию пока никак не прокомментировал. Но ранее обвинил лидера радикалов Олега Ляшко в том, что он и его подопечные пытаются таким образом отвлечь внимание общества от собственных грешков. Напомню, Ляшко – фигурант уголовного дела о незаконном обогащении. Детективы НАБУ расследуют законность покупки им дома стоимостью 15 миллионов гривен в элитном поселке Кончазаспа. На прошлой неделе Ляшко 4 часа рассказывал на допросе, откуда у него взялись такие деньги.